как бы отвлекающий. Отвлекающий, здесь всех убили. Здесь 61 герой Советского Союза. Героевку назвали Героевская, потому что 61 герой. Угу. Посмертно наградили. Дело в том, что отсюда же ребята и до самого Митридата дошли. До Митридата, да. Да, до самого Митридата, и там двое вели, но там постепление там их мало было, да, они остановились. Помощи не было ни от кого. И пришлось ждать. До Митридата тут. Гору взяли полностью. Расстояние. А я такой, смотри, фильм не, ожидали, не смотрел, грузинский, 4 или 5 серий. Тут типа грузинское подразделение участвовало в этом высадке десанта. Не смотрел? Нет, нет. Мне кажется, за Украину его показывали. Я стянул на грузинском, ну там так просмотреть. Просто снимали тут где-то. Ну, в этих же местах, угу. Героев и так далее. Ну, смотрите, видите, какая арматура торчит, вон, закладные. Да. Где-то да, 40. Да. Это все, это пушки там крутились. И это все наше укрепление было, 41-го. И что, об этом как бы было ничего не говорилось? Не, вот раньше об этом ничего не говорилось, не? В разных. Ну, Леш, это один из небольших эпизодов войны, огромных, ну, страшных. Так что, ну, для нас это очень конечно. Эдик, все хотел узнать, что это за машина, вот, которая вот слева вот. А вообще берег как бы вымывается в море с этой стороны. Так говорили, не? В смысле как? Ну, берег как бы постепенно вымывается и. А, да. Вот. Вот, такие, я когда был тогда в экспедиции в этом, ну, на Опук, там около Опук, то там же эти склепы просто висели тут вот в этих самых, ну, в обрывах, понимаешь? Ну, да. То есть когда-то он был, не хоронили же на самом обрыве. Ну, да. Значит, это уже какая-то вода подошла, конечно. Территория там уже, ну, в море уровень ушла. Уровень Мирового океана увеличивается, ну, здесь. Ну, я не знаю, что то было, или тут просто. Как кто-то говорил, что с российской стороны, ну, когда еще была Украина, что там прибывает, а тут убывает. Кто-то говорил, что с российской стороны, ну, когда еще была Украина, что там прибывает, а тут убывает. Помнишь, когда это была эпопея? Когда-то он был, не хоронили же на самом обрыве. Ну, да. Значит, уже какая-то вода подошла, конечно. Территория там уже, ну, в море уровень ушла. Уровень Мирового океана увеличивается, ну, здесь. Ну, я не знаю, что то было, или тут просто. Как кто-то говорил, что с российской стороны, ну, когда еще была Украина, что там прибывает, а тут убывает. Дело в том, что помнишь, когда это была эпопея? Как говорить правду, когда разговариваю с людьми, которые живут в какой-то парадигме, которые просто абсолютно не знают и даже, в общем-то, не интересуются чем-то другим, кроме уже известного и поданного им со школьной скамьи там, или университета. Как говорить правду? Вот и начинаешь ходить вокруг да около, вот и начинаешь говорить вещи банальные, и, в общем-то, даже объективно они, хоть ты стараешься говорить искренне, уже не правдивы и ложны. А посмотри, как здесь внизу приближать. На этом
хорошая такая видимость при приближении. А на том аппарате там расплывается, когда приближаешь. Нудиста сфотографировать. Да нахрен он нужен, не нужен. Леха, вот сюда вот я хотел тебе показать. Ну экзотика, экзотика. Вот это, вот это. Да нахрен они нужны, эти нудисты. Вот здесь красиво. Видишь, так вот. Можно, ландшафт. Можно совсем приближать. Отлично. Если твой лоб. Ну мой лоб я уйду. Не-не-не, я говорю, видишь, а потом удаляешь, это приближаешь. А можно... Отлично, отлично. А может так еще сделать? Супер. Да ну, мам. Вот так мы выбрались на такой прекрасный вид. Это мы Леня за героевкой, за героевкой. За героевкой, да. Он герой. Ну, я понимаю, да. За героев. Он почему? Парусник, герой. Все, сняли? Да. Да. Поехали. Поехали, поехали. Вот здесь красиво. Видишь, так вот. Можно, ландшафт. Можно совсем приближать. Не сравнить с разными там этими Родосами, Португалиями. Конечно, конечно. Наоборот, были самые правдивые. Здравствуйте. Вот это все, 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 вот это вот. Что, что, что? Сюда иди. Вот туда иди, ты берешься. Да, да. Это, вот это вот, это вот там фасад, туда. Да. Все, 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 все наше, это все наше. Ничего, ничего. Сюда иди, там уже нет. Пережить можно. Это вход в магазин. Магазин. Ну, может, ну, да. Кухня, а сам здесь магазин. Но он работает летом только. Вот здесь. Ну, туда-сюда, туда-сюда. Ага, в сезон, да, как говорится?
Ну, подсветку я не знаю, здесь включено. Не, не, в сезон работает. В сезон, да, 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 в сезон. И тут готовят? Тут, ну, в смысле, нет, нет, не еду, не продают. А, здесь, здесь только товар идет. Только товар. Только, только, только товар. Ну что, сорняки какие-то? Мы командуем и показываем, потому что такого в Польше нету. Нет, во-первых, нет, в Польше нет такого моря. Такого моря нет, да. Такого... Вот я есть там фильм, я сбросил, так они на Балтик и поехали. Ой, дай спокой. Кричала это, Любочка будет бежать. Море, ага, да, мой да, да, скарб, да, да. Там вот это, ну увидишь. И как, насколько там зимно, ну я не... Ну холодно, там холодно просто. Но они были в августе, а там надо ехать... Какие-то пару недель в июле что-то выпадает. Да, 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 ну так успеваешь, да. Там что-то такое, ну, плюс-минус. Все, пошли наверх. Да, да. Пойдем наверх, пойдем наверх. Вот это лестница. А вот здесь вот мы всегда пируем. А сколько вы не виделись? Около 30 лет. С 91-го года. С 91-го. Молодцы, молодец, Леха приехал, да, решился. Ай, на пенсию вышел и приехал. Да, на пенсию вышел. И решил, как почтальон пенсии, отдохнуть. Вот, 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 вот. И вот здесь у нас вон шашлык здесь всегда. Угу. А здесь мы сидим это, по праздникам. Это, ага. Ну, когда хороший, погода позволяет, да. Да. А погода нет, в Керчи позволяет долго. Это почти, да. Да, если там уж нету таких морозов. А летом так это вообще здесь, ну это... А ты же говоришь, что там в ту сторону, там ваша делка, да? В ту сторону, то ваша делка была там или нет? Нет, не одеялка, бак. Мы сейчас пройдем туда, это дальше еще. Вот сейчас дом посмотришь, вот, и потом дальше туда пойдем. Вот под этим, вот, значит, это магазин вот есть. Специальная лестница, да? Это лестница, да, да. Вот это лестница. Лучше прервать, бо мне штаны спадают. Ну, вот так вот. Это двор. Это тоже все, 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 это все, все, все сдается. Туалет. Душек. Это, говорится, для жизни, а не для сельского хозяйства. Это тут вот ничего жизнь... не выращивают, да, такого? Как это? Сейчас пойдем. Выращивают, то есть? Для себя, это да? Это кухня. Это дедушка Ленин, вот там. Ага. Ну, так сказать, контролирует процесс. Да, да, он... Именно... Как тебе этот Грудинин новый? Ой, ну, ой, Леш. Миллионер-коммунист. Который там... Вот огород. Ага. И тут, короче, вся живность, да, может? Или случае, цветочки? Ой, какие помидоры хорошие. Угу. Ничего, а это они... Конечно, такие помидоры не сравнить с этими разными, как у нас, испанские. Да, да, такое, ж... знаешь, ты посмотри, как, какие вы молодцы, Галина Николаевна. По, какие помидоры у вас шикарные. Уже цветут. Тут, тут, ой, ну а прелесть. Это спинат. Прелесть. Спинат, а я думала, бусор. Это на сильную головку филеркает. А что это такое? Его едят? Ну, или конечно, что? Спинат. Первый раз вижу. А это что за цветок? А это пальма. Но она как не растет. А, пальма? Это пальма, да. Не показывай, не сфотографируй позор такой. Але не, для, не, для меня это экзотика. Экзотика. Да, так я копчика наняла. У Лехи был выбор поехать на Кипр или сюда. Он решил сюда. Так что... Кипр. Никто на Кипр меня не звал, да я бы и не поехал. Вот я про то и говорю, что ты бы не поехал. Он мне тысячу лет не нужен. Молодцы. Нет, там только ради истории. Они кричат, чтобы дальше не ходили. А! Так я и смотрю, у вас чудо просто. А? Деревья, да, такого не было же. Вы правильно сделали. Он же мне... В том смысле, что тут парень тут же рафу.
А наш пансионат...